бабушкой дня 20 апреля года давнего закричал вовсю в Москве на Ивановской. Дескать, дело у него сударево. Кто такой? Во что в обиде? Во что вера? Отчего в глаза стрельцов глядит без робости? Вор не вор, однако кто ж его ведает? А закрите же ответ по всей строгости! Мужичка того недремлющая стража взяла. На расспросе объявил этот странный дядь, что клянется смастерить два великих крыла. И на он им один птица будет в небе летать. Подземелье стол дубовый и стена на три крюка. По стене плывут, качаясь, тени страшные. Сам боярин Троекуров смутья на мужика. Бородой тряся, грозно спрашивает. Что творишь, холоп? Не худое творю. Значит, хочешь взлететь? Даже очень хочу. Аки птица, говоришь? Аки птица, говорю. Ну а как не взлетишь? Непременно взлечу. Был расспрашивать холоп строгим способом. Не отца с этого расспроса и дознательно. Ты бы и гнули мужика, а он упорствовал. Обязательно взлечу. Обязательно. Вдруг вправду полетит, мозгля крамольная. Вдруг понравится царю потеха знатная. Призадумались, бояре, и промолвили. Ладно, что тебе, холоп, к работе надобно? Дали все, что просил для крылатых дел. Два куска холста. Драгоценные слюды, прутьев ивовых, на неделю еды и подьячьего, чтоб смотрел, глядел. Необычный мужичок мастерил. Острым ножиком он холсты кромсал. Из белучьих жабр хитрый клей варил. Прутья ивовы в три ряда вязал. От рассветной зари до темных небес он работал и не печалился. Он старался, черт! Он смеялся без! Получается! Получается! Слух прошел по Москве. Лихие дела! Мужичок! Да чтоб мне с места не встать! Завтра в полдень! Два великих крыла! На Ивановской! Аки птица летать! Что, творишь, холоп? Не худое творю. Значит, хочешь взлететь? Даже очень хочу. Аки птица, говоришь? Аки птица, говорю. Ну а как не взлетишь? Непременно взлечу. Мужичонка, лиходей, рожа варежкой! Появившись из Воронска с обочины дня 30 апреля на Ивановскую вышел, вынес два крыла перепончатых. Отливали эти крылья сверкающие то ли кровушкой, то ли пожарами. Сам боярин Троекуров за товарищами поглазеть на это чудо пожаловали. Крыльев радужных таких земля не видела. И надел их мужик слегка важничая. Вся Ивановская площадь шеи вытянула. Приготовилась ахнуть вся Ивановская. Вот он крыльями взмахнул, сделал первый шаг. Вот и чаще замахал, от усердия взмок. Вот он на цыпочки пристал, да не взлетал с неба. Как в присядочку. По земле стучали крылья, крест мотался на груди. Обдавала пыль, возможно, боярина. Мужичку уже кричали. Ну чего же ты? Лети! А сейчас это взлетает, боярина! Да где ж ты, Господи? И купца задел крылом пробегающе. Вся Ивановская площадь взрывала в комнате. Так что брызнули с крестов стаи галочек. А мужик упал на землю, как подрезанный. Слышал он ни хохота, ни карканья. Сам боярин Троекуров, не побрезговали, подошли к мужику и в личность харкнули. И сказали под боярин: «Будя, досыта посмеялись, а теперь давай похмуримся. Бору
чтоб денечка два пожил да помучился.